Терах взял своего сына Авраама, своего внука Лота, сына Арана, и невестку свою Сару, жену Авраама, и отправились они из Ура Халдейского в Кнаан. Но, дойдя до Харана, поселились они там. И сказал Господь Аврааму: «Оставь землю предков своих, свой народ и отцовский дом, и иди, куда я укажу». Thank you.
станешь отцом великого народа. Благословлю я тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты благословлен. Благословенны будут те, кто возвеличит тебя, и прокляну тех, кто ненавидит тебя. С именем твоим получат благословение все народы на земле. Thank you.
Я всемогущ, иди предо мной и будь повинен мне. Заключу я завет между мной и тобой, и воздастся тебе многократно. Thank you.
завет между нами навеки вечные. Буду Бог тебе и твоему потомству, и земля, по которой ты странствуешь, навеки вечные.